Мы зашли в садовый центр Сакура, это который расположен в село Братское. Сегодня 10 июля 2016 года. Не, а здесь классно, да? А здесь классно, мне нравится уже. Надо сюда заглянуть, посмотреть. Ну идемте. Представляю вам, друг мой Серега, генеральный директор Укрспецбыта. Вот здесь, Сергей, вы делали туман, да? Да, да, да. То есть он работает, все нормально, все довольны, да? Сейчас просто выключусь, да, но потом пока еще забуду. Сейчас тучка зашла. А, да. Я говорю, просто сейчас тучка, дождик капает небольшой, но туман работает, все в порядке, фирма гарантирует качество.
Ты понял, ручные рыбы. Прикол. Ручные. Она подумала, что у тебя там этот хлеб, а ты ей ничего не дал. Хамбургер. Ты посмотри, собралась сколько их. И всех, все дай, дай покушать. Вот такие здесь рыбы. Первый раз в жизни вижу ручных рыб. Вот это прикольно. Вот, смотрите. Стоят, ждут еду. А чем же их кормить? Вот такой прудик здесь есть. Они не едят того. Пасту с морепродуктами. Ой, детская радость. Не едят. Не едят. Нет. Выращивает, видишь? Свет, остановись. Хорошо. Ну что, тебе здесь нравится? Красиво. Дождь, правда, все намочил, так было бы сидеть на салоне. Да, если бы был не дождь, все бы было сухо. Мне тоже здесь понравилось, нормально, все в порядке. Ну что, девушки, домой. А на ужин? Ну, на ужин. Поехали на ужин. Напомню, сегодня 10 июля 2016 года. Это село Братское Днепропетровской области, садоводческий центр «Сакура». Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий. Пока!